во-первых, мы после первого тайма не заслуживали 0-2. Потому что особенных моментов было преимущество «Спартака», но особенных моментов не было. Мы сами себе эти два мяча организовали и не забили свой. Но второй тайм, на мой взгляд, хорошо, во-первых, вошли ребята. И Миранчук, брат, и Виталик. Мы перестроили схему немножко. Удачно забили этот гол со стандарта. Но потом появилось хорошее настроение, и поэтому мы выиграли матч. Юрий Павлович, во-первых, с победой. И такой вопрос. У вас такие яркие победы над фаворитами чемпионата «Спартак», «ЦСКА» и натужные победы над «Анжи», «Арсеналом» и вот неудача с «Тосно». С чем вы это связываете, что у вас с фаворитами получается играть лучше, чем с аутсайдерами чемпионата? Спасибо. Это связано вообще, на мой взгляд, с концентрацией на матч. И над этим работаем, об этом много говорим, но проблемы и по сей день они остаются. Поэтому работы у нас еще в этом плане не початый край. Не пересматривали вы эпизод с Алексеем Миранчуком? Очень складывается впечатление, что все-таки он должен быть был удален за подкат Глушакову. Вам так не кажется, что он заслужил этого? Да не, я пересматривал суперкубок, когда. И в суперкубке мне казалось, что этот был удален, должен быть Адриано. А он оказался неудаленным. Ну, это жизнь. А вы помните, как Безбородов объяснял ситуацию? Ну, и, видимо, и здесь, наверное. Ну, а вы немножко посмотрите на этот эпизод с Самедовым. Самедов заранее шажочек делает вперед и падает. Юрий Павлович, да. С победой. Скажите, пожалуйста, где-то, по-моему, за 18 или за 17 минут до конца вы чуть ли не на поле выбежали, потом махнули рукой. Вот что это? По-моему, ничего особенного в этот момент это не было. Это эмоции. Да, вот я на ними, что вы реагировали? Я с ними это в этот период был на поле. Проиграли единоборство. Юрий Павлович, еще такой вопрос. Что говорили в перерыве? Не ругались. Не ругались, потому что они играли неплохо. Они первый там неплохо, за исключением этих двух эпизодов. Не ругались, просто сделали перестройку, подсказали кое-какие моменты, вот и все. Что лучше должны пас играть, что должны через фланги. Простые вещи. А если игра в первом тайме вас устраивала, почему тогда заменили Рыбуса и Тараса в перерыве? Из-за этих самых эпизодов голевых? Не совсем, наверное, из эпизодов. Хотя в одном из эпизодов не лучшим образом мы сыграли. Тараса, во-первых, у него микротравма. Ахиллов схожили опять. Поэтому мы рисковать не стали дальше. То, что касается Рыбуса, изменения надо было вносить. Вот мы и внесли на позиции Рыбуса. Вот и все. Юрий Павлович, как вы считаете, вы сегодня Карреру тактически переиграли? Ну, это вам судить. Вы специалисты большие. Я не знаю. Вам судить. Как сыграл Фарфан, на ваш взгляд, на позиции центрального нападающего? Все-таки он больше фланга выиграл обычно. И что скажете, не помешало ли вам Дзюба? Вот так вот, неожиданно. Неожиданно. Вторую неожиданность не могу ответить. Потому что я могу говорить и комментировать игрока того, который у меня на тренировке присутствует, который прошел медицинское обследование и подписал контракт. О нем я могу говорить. О Дзюбе, это игрок «Зенита», я говорить сейчас ничего не могу. Это раз. А второе, про Фарфана. Фарфан вообще удивительный футболист. И я представляю, как он играл в молодые годы. Он играет, может играть на всех позициях. Вот надо было сегодня играть в этой позиции. Он играл. И играл, на мой взгляд, очень-очень хорошо и полезно. Матч действительно получился хорошим, интересным. Как после него прийти в себя? То есть болельщики, наверное, несколько дней будут в себя приходить. Футболисты будут принимать какие-то охлаждающие ванны. Вы как будете приходить в себя?
Я замечательно. После победы приходить в себя не надо. Хорошее настроение. Сейчас поужинаем, с друзьями посидим. Завтра готовы, к работе будем. Кстати, после такой игры 2 дня выходных дали. Премия. Юрий Павлович, сегодня можно было набрать такую картину, что в тренерской зоне карьеры ни одной бутылки вокруг него не лежит воды, а вокруг вас мы насчитали 27-28 бутылок. Вот это вот не считаете ли вы, что вы переиграли «Спартак» именно в эмоциях? Ну, не знаю, в прошлом году и «Спартак» в эмоциях всех переигрывал. Если мы с ними сравнялись по этим эмоциям, то это хорошо. Потому что они для нас ориентиром в эмоциях были. Скажите, самые главные слова, которые вы сказали в перерыве, сказали, не ругали никого, но все-таки самые главные вот слова, которые вы сказали, и, может быть, это перевернуло игру. Самое главное, сделали изменения, вот и все. Сделали изменения и рассказали, как игрокам, вышедшим, вести матч, вот и все. Юрий Павлович, вот вы сказали, что вам повезло. А как вы считаете, с чем вам больше всего повезло в этом матче? Ну, я бы не сказал, что нам везло с голами. Голы вообще были блестяще забиты и с хороших комбинаций. Это раз. А повезло, наверное, с тем, что на поле оказались игроки, которые не сдались. Обычно при 0-2 сдаются. Вот повезло с игроками. То, что они до конца вели борьбу и нашли свои шансы. Юрий Павлович, после такого удачного старта и победы над ЦСКА и над Спартаком, теперь «Локомотив» – главный претендент на чемпионство? Нет, мы идем от игры к игре. И пока мы так далеко не заглядываем, потому что, ну, наверное, правильнее будет вести подготовку к следующему матчу с Уралом. А дальше жизнь покажет.